домой, и он ее сожрал. Вот такая вот история. Руслан, ты в это веришь? Да нет, конечно. А я вот верю. Да ну, чего в ней страшного? Ну, не знаю. Мне вот страшно. Не бойся, монстров не бывает. Это всего лишь выдумка. Не скажи. Сейчас я вам расскажу по-настоящему страшную историю. Ну и что тут произошло? Убийство, как видишь. Личность убитой пока устанавливается. Но, скорее всего, это девочка из лагеря. Тут фестиваль проходит. Ей лет 13-15, не больше. Причина смерти? А, да. Она умерла от потери крови. Тело было полностью обескровлено. Странно. Я совсем не вижу ран. Какого черта вы меня дернули? Без меня никак? Здравия желаю, товарищ капитан. Здорово, ближе к делу. Убийство, товарищ капитан. Я вижу, что? Убийство достаточно странное. В этом же месте в прошлом году нашли ребенка. Убийцу так и не нашли. Маньяк, значит. Только этого нам не хватало. Странность не только в этом. Тело было полностью обескровлено, а на шее только две маленькие раны. Я помню это дело. Глухарь с маньяком. Шилов, у меня для тебя задание. Нужно обеспечить безопасность детей в лагере, но нельзя придавать это дело огласке. Пока все будут работать, ты отправишься в лагерь и будешь следить за детьми. Директор должен понимать, что это в его интересах. Главное, сделай так, чтобы никто из детей больше не пострадал. И никого на место преступления не пускать, ясно? Так точно, товарищ капитан. Держите в курсе. Работайте. Я все понимаю. Но как? Как я объясню вожатым и детям, что с ними ходит полицейский? Возникнут подозрения? Ну, тогда стоит внедрить меня в качестве такого лица, чье появление здесь не вызовет никакого подозрения. Могу тебя устроить вожатым. Кстати, у меня одна девочка просилась отъехать по каким-то там своим делам. Можешь ее заменить? Ну, если ради дела. В любом случае, спасибо за сотрудничество. Всего хорошего. Так, отряд, слушаем команду.
не разбредаемся и веселимся. Все поняли? Так точно! Выполняем. Как пропал? Просто сделай исчез. Туда он ушел. Так, тихо, все, быстро в лагерь, живо, без лишних разговоров. Не успели. Пульс. Ваня, все хорошо будет, мальчик. Все, давай. Встаем. Все, у меня пункт тебя отнесу. Давай, пойдем. Что там произошло. Это очень важно. Я сам не понимаю, что произошло. Меня вдруг резко потянуло в лес. Будто кто-то звал меня туда. Тело не слушалось. Все перед глазами плыло. А потом все было как в кошмаре. Появился он. Я испугался, упал, пытался позвать на помощь, но будто хрип. Не мог и звука выдавить, она нависла надо мной. А потом ничего не помню. Только помню, как вы меня нашли. Сиди тут, я сейчас приду, хорошо? Что случилось? Родители Вани приехали, у ворот там стоят. Плохо. Ладно, жди здесь, я сейчас приду. Ваня? А он где? Знаю. Черт возьми. Подождите, пожалуйста, я сейчас вернусь.
следующего года.